Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C21 сделать сброс пароля экрана блокировки, в случае, если вы установили себе пин-код, пароль или же графический ключ, и, к сожалению, вы его забыли и не можете разблокировать свой телефон. Что же вам поделать в такой ситуации? В первую очередь, выключаем наше устройство. И затем, после его полного отключения, зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вниз одновременно несколько секунд. После того, как экран загорится, мы видим тут маленькими буквами написано Recovery Mode. Можем отпустить все кнопки и после этого ждем, пока телефон перейдет в режим Recovery. Затем выбираем английский язык и опцию Wipe Data. Затем вписываем верификационный код, который у вас здесь появится. И выбираем Format Data. И затем подтверждаем, нажав Format. Спустя пару секунд все данные вместе с нашим паролем экрана блокировки форматируются. И затем выбираем опцию Reboot. И наш телефон будет перезапущен в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.